У меня такое ощущение, что я взял на работу идиотов, придурков, недоразвитых. Я еще раз повторяю, дела идут совсем плохо. Компания разоряется. Бездари, лентяи, нам нужны новые кадры. Это же просто безобразие. О, а давай для безобразий новую секретаршу наймем. Только обязательно длинноногую и сексапильную. Они говорят, работоспособнее. Вот эта мысль. Срочно дать везде объявления. Трам-пам-пам, тра-пра-пра, пи-пу-пом, па-па-пи-па-пи-па-пим, пу-пру-пру-пи-пи-пум. А не смотри, не смотрите по сторонам, оставайся такой, как есть. Да, вот тебе, блин, и не смотри по сторонам. Обещаю, что сегодня же возьму на работу одну из вас. Но скажу прямо, люди с дыркой в голове нам не нужны. С тараканами тоже. Один из бухгалтерии владеете? Чё? Do you speak English? Не поняла. Нам такие не нужны. Собака, и та умнее вас. Абсолютно согласна, только никаких цепей. Да-да, подружка, мы обязательно тебе перезвоним. Следующая. Чтобы эффективно функционировать, необходимо провести качественный полевой мониторинг. Мониторинг у меня на столе стоит. Я через него компьютер смотрю. На основании полученной информации организовать широкомасштабную пиар-компанию. Что заканчивали? Представительством ГИБО на Альдебароне. У нас своих Альдебаранов хватает. Следующее. Следующая. Вы чё? Я у вас уже месяц работаю. Ну вот, как ты и хотел, длинноногая. Сексапильная.